Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео хочу вам показать, как реанимировать планшет. Вот у меня планшет долгое время лежал, такой большой планшет. Ну, где-то год лежал, без зарядки, без всего. Аккумуляторы сели в ноль, но они с контроллером, поэтому как бы они, зарядка, вот у меня и провод вместе с этим накрылся разъем, и аккумуляторы сели. То есть я пытался зарядить, установил провод, пытался зарядить, но у меня ничего не получилось. Вот, значит, здесь две банки, получается 7,4 вольта. Я померил вот здесь напряжение на выводах с аккумулятора, было по нулям. Вот. Заряд не воспринимался, то есть сюда ничего не выходило, как бы не заходило, не пыталось заряжаться. Вот. Рассказываю это, потому что у вас тоже может быть такая проблема. Вот. Я подпаял провода, подключил к зарядному устройству, вот, настроил на нем, не знаю, видно будет сейчас, не видно, сейчас попробуем увидеть, не видно, уже не видно по напряжению, сейчас попробую по-другому сделать, так вот, ну я поставил там побольше, вот подобрал, чтобы было 7,4 вольта, вот ток 1,1 ампер идет. Сейчас. То есть зарядка у нас пошла. Зарядка у нас пошла, значит. И, в общем-то, в принципе, мне удалось включить. Его даже уже... Единственная кнопка сейчас выпала, мне тут получится ли нажать. О, да, он работает, показывает. Показывает пока отсутствие заряда. Вот. В принципе, я его сейчас уже выключаю. Если вот этот блок питания выключаю тумблером, плюс этого, ну, преимущество этого блока питания, то, что он продолжает показывать, что там у нас идет. То есть, вот я сейчас выключу. Ну, ток падает, потому что ток уже не идет на зарядку. И вот напряжение на аккумулятор 6,9 вольт вместо 7,4. Ну, то есть это как бы говорит о том, что он уже немножко зарядился. Ну, сейчас я еще позаряжаю. Вот. И, в принципе, я думаю, что он уже начнет воспринимать заряд с аккумулятора. Вот. Так что вот так вот. У кого аналогичная проблема, можно сделать так же. Ну и еще вот как бы в завершении хочу показать такой вот разъемчик от него. Не хочешь на него фокусироваться, потому что у нас вот такой вот у нас разъемчик, значит, что произошло, обломился вот этот кончик там. Вот я его полностью разобрал. И сейчас вот эта трубочка, причем докопался до этой трубочки, вот она тут внутри идет. Вот, она вытаскивается, я прям провод туда, ну, до начала трубочки продел, обпаял, и все. И теперь он будет угловой. Вот угловой, в принципе, надежнее на этих планшетах, чем прямой. Меньше вероятность, что он обломается. И потом я сделаю его, просто сделаю корпус из термоклея для него. Вот. Будет вот так вот. Так что продолжаем заряжать. И смотрим, что у нас получится. Я надеюсь, что все получится. Вот. Все, всем пока. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, если понравилось видео, оно может стать вам полезным. Вот. Ну и подписывайтесь на канал, пожалуйста. Всем пока.